Нормас. Все. Побежали. Первая гонка на милишнике, как, по-моему, за год. Или за два даже. Я не помню даже, когда я последний раз на нем бегал. Оу, дэм. Второй меч сразу. Это неплохо. Нужен курьер. Пачка магических.
Ладно. Ладно. Так, здесь вниз. Я пытаюсь найти сплит, чтобы отключить. Здесь налево. Я, кстати, тотем не взял. Я просто несусь, как молния на двух банках. Как молния. О, точилка. Пояс нужен. Нет. Риф ОП, ну еще бы. Ну еще бы. Нужен пояс и нужна грудина какая-нибудь. О, лаги. Почему нельзя ни одной гонки без лагов пробежать? Казах, Тереком, убейся. Обо что-нибудь. Ну серьезно. Не, ну. Не смешно. Прекрати.
Хватит фризить. Хватит. Laser cap. Меня сейчас фризит каждые 2 секунды. Сука. Ну серьезно, ну почему? Мне нужна грудина любая до Брутуса. Срочно. Так, сейчас надо пояс купить и боты посмотреть. Не хватает красных гнезд. Любая грудина с красным гнездом сейчас очень хорошо зайдет. Так, здесь тупик. А нет, не тупик. Придется скипнуть этот свиток. Ну нафиг. Скорее всего, он либо вот здесь, либо вон там справа. Такую раскладку я вообще не помню. Здесь? Да, здесь. Отлично. Банки не заряжены, отлично. Рединг бы. Увидеть.
Да придется тпшнуться. Эти лаги меня сейчас прям серьезно реально прям напрягают. Он нормас. Нормас. Меня байтит магическими мобами. По КД. Что-то две банки на бег это, конечно, классно, но им не хватает хпшки. Девять с половиной. Так. 11 и 28 силы. Преимущество дуэлиста в том, что можно в грудине бегать и не получать замедление скорости. Так, вот этот получше, тридинг. Вот этот оставим, этот без качества. Нужен амулетик какой-нибудь. Джей Чоппер. Черт, я его не могу одеть. Ладно, хрен с ним. Так.
Что я сделал не так? Почему мне силы не хватает? Где я прокололся с силой? Вроде все правильно. М-м. 23. Но на следующем будет плюс 20. Наверное, надо было ее первой взять. Я так обычно не делают. О! О! А, хватит взрываться! Нет! Да ё-моё! Так, боззу. Все рассчитано, calculated, люди. Все рассчитано. Спокойно. Теперь сила есть. Ставим. Это вот это. Отлично. А, мне нужен какой-то
Офхенд специальный. О, трилинг. Дуэлисту не дают Сандер, вот это сюрприз. Вот это сюрприз, мазафака. Минут. Ну хотя бы лаги прошли. И сейчас будет Сандер. У меня все еще нету офхенда. А на самом деле пока это не особо важно, так как они обе белые. Когда она будет какая-то получше в крафте, тогда уже можно поставить какой-нибудь кастет или... меч, кастет или меч, да? Как называется та база Cleaver, по-моему, с самой медленной скоростью атаки одноручка? Вот если она упадет, я ее закрафчу. Да.
Здорово, Фабрио. Опять лаги, сука. Извиняюсь. Пардоньте, мой провайдер. Кливер. Окей, 16-й. Так, у нас есть пушка. У меня есть одна точилка. Плюс одна на рецепт. Какой сегодня день недели? Сегодня же даже не выходной, да? Вообще не выходной. Днем в будни, как он может лагать? Никто не сидит в интернете сейчас. Superior Tricon. Суббота? А, сегодня суббота, понятно. Все сразу стало понятно. Суббота — это не выходной, типа. Я не туда бегу. А нет, туда. Ничего себе. Обычно проход справа или слева сверху. Чаще всего. Беги чисто, беги. Только не умирай, капан. Минимум топ-10 бери, а лучше топ-1. Топ-1 на милишнике первый раз за 2 года, чувак. Я, конечно, попробую, но это нереально. Это маловероятно. Спасибо. Только если все нормальные гонщики, короче, сейчас спать ушли, тогда у меня есть шанс. Только тогда. Боже, это пушка. До 16-го теперь дожить.
Если во всей Европе разом вырубят интернет, тогда у меня есть шанс. Я, кстати, не знаю, что дальше качать. Не задумывался над этим. Какие они толстые. О, ужас. Зря их стал убивать. Теперь уже поздно отступать. Ох, кучу времени потерял на этих мишках. Так. Шестнадцатый. Бам. Че, уже прыгать быстрее? Вроде еще нет. Пока нет Faster Attacks, прыжки, по идее, должны быть медленнее, чем бежать. Пик. Так, не надо меня морозить, у меня ТП нету. Я не могу себе позволить сейчас выходить. Не-не-не. Проход, кажется, вон там. Нет, снизу. И мы на месте фармим 19 минут. Какой там 25-й надо взять? О, будет непросто. Ну нафиг, на всякий случай ТП возьму, а то мало ли.
Все. У нас все есть. Теперь только фарм. Да. Вот такую плотность, пожалуйста, всегда. Пожалуйста.
Мне нужна большая пачка. Если мне будет плохая плотность прокать, я не успею точно. Нужны магические. Камон. Нужны магические, и я бегу 3 экрана без мобов, спасибо. 4, 5. Нормас, нормас, качаемся. Вообще никого нет. Пустая лока. Вот это вот вообще просто я пробежал. Я даже уровень не взял. Отстой. Я не успеваю. 10 минут. Мне еще нужно 3 с лишним уровня апнуть. Вот. Вот такой вот мне надо. Давай, давай, да, да, да. Давай. Ну же. Мобы, мобы. Еще 2,5. 9 минут. 8. Магические, магические. О, это просто ужасно. Я все еще 22-й, кажется, рип. Первая пачка магических на всю локу. Семь минут. Я не успеваю, ребятки. Пожалуйста, плотность. 23. Вот если я сейчас в этой локе возьму хотя бы 60% уровня, это возможно. Всего лишь 2 пачки магических надо и побольше белых. Давай.
Первое. Шесть минут. О, сундук. Сундук завезли, а из него никто не вылез. Понятно. О, вторая пачка. И... Где я сейчас нахожусь вообще? Что? Я же взял ТП. Надеюсь, я взял ТП. Если не взял, это... Фух, взял. Я когда увидел эту точку без... И не сделал ресет. Когда увидел эту точку без телепорта, у меня сердце обвалилось. Но это была другая лока. Я такой... Ты в заднице, но нет. Так, последний уровень, люди. 4 минуты. Успеем или нет? Успеем или нет? Мобов нет опять. 3 минуты. Половина уровня. Ну где, где враги, враги, кого бить, с кем воевать? Две минуты. Нет, пожалуйста. Треть уровня. Враги. Демоны, чудовища, где вы? Пожалуйста, не делай этого. Игра. Вот, 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 вот так, да-да-да-да-да. Вот. Повтори это еще 2 раза, и все, и готово. Такую пачку. Пофиг на этот гнаб. Раньше нам не нужен. Магическая пачка где-нибудь здесь будет? Нет. 15%. Одна минута.
О, да, успели. Фуф. Фуф. Это близко. Что-то мне на врагов вообще не везло. Это был первый забег на милишнике за минимум год. Из того, что я помню, на миле я последний раз бегал, кажется, темпларом на Граунд Слэме. В начале 2016 или в 2015. Только 18-й успел взять. Не хватило полуровня до 20-го. Обидка. Надо будет в следующий раз разобраться, что я качаю, а то я просто все пассивки тыкал, какие есть на урон. Вот это вот, наверное, надо брать. Или... Может быть, вот это Quickstep. Кстати, да, вот сюда пойти было бы неплохо. Тут куча урона, скорости атаки. Имба. Какой я среди дуэлистов? Раз, два, третий. 27-й один взял, второй, 25-й тоже.